Останнім часом ми чуємо вдосталь нарікань на роботу представників енергопостачальних організацій. Мовляв, ті, як монополісти, поводяться зі споживачем, до речі, за рахунок якого отримують прибуток, не завжди коректно і чесно. А споживачам, звичайним людям, все складніше відстоювати свої права, бо часто їх не знають. На кожен протест ми чуємо загрозливе «відключимо». І ми покірно погоджуємось на умови, які нам диктує монополіст. Бадилля, скручені огірки, засмажені під сонячним променем кущі томатів. Ще маленький, але вже червоний солодкий перець. Трава трошки влагу перетерзала, щоб предыдущие поливы. А где меньше травы, вот он весь умирает. Маленькие, видите, такие огурчики, и они уже крутятся. А могли бы быть, люди бы кушали его. Понад 20 років Ірина Майордон займається городництвом. Раніше це було хобі. Сьогодні декілька гектарів городини – важка праця, аби прожити. Хоча, зізнається агроном-любитель, без землі своє життя не уявляє. Я як за дитина. Я ні днем, ні ночі, ну, в голові, щоб мені нічого не взівало. У мене все в комп'ютері, розумієте, під контролем, щоб його полити вовремя, підкормити, затініть, температура. Серйозне діло. Але, розповідає жінка, вже 3 тижні поливати город немає змоги. На початку вересня до неї навідались працівники Миколаївського районного відділення обленерго, аби замінити лічильник. Мовляв, з новим електронним пристроєм жінка може зекономити, адже щомісяця та викладає кілька тисяч за електроенергію. Приїхали із РЕСа сотрудники і сказали, що ми вам хочемо поставити счетчик економний, щоб ви могли економити хоча б ночі, поливати, поскольку вот они знают, что я огородом занимаюсь, РЕС знает. Вот. Я хотела его поставить, этот счетчик, как бы планировала. У меня были такие мысли, соседи поставили рядом, говорят, хорошо. У меня никогда не было, ну не мог собрать 3 тысячи. То посевная, то яды, то за свет без конца. Я не могу идти 3 тысячи собрать на счетчик. Тут мне бесплатно. Я говорю, хлопцы, в чем подвох? Что мне такое манна небесная привалила именно мне? Они говорят, вот, будете экономить, вот, все хорошо, должно что-то у вас в жизни быть приятное. Ірина погодилась, але як тільки електрики закінчили роботу, поставили господиню перед фактом. Счетчик рассчитан, Ирина Валерьевна, на 3 кВт мощностью. Я стою и, понимаете, я до речи потеряла. Я просто прекрасно знаю, сколько тянет электрочайник. И тут 3 кВт, я потеряла до речи. Я говорю, а что мне теперь делать? Я говорю, у меня скважина, говорю, насос трехфазный, у меня поле, ребята. А они говорят, 1400 за каждый киловатт гривни платите. Вот, ну потом мне в России уточнили 1380. И мы вам делаем столько, хоть 200, хоть 300, сколько хотите киловатт, только за ваши деньги. Понимаете, это вот в лоб мне выдали. На 20 тысяч семян. Это без мульчи, здесь вот в пленку посажено, в капельнице. В трубы раздатка, все это изначально. Пленка на теплицах, рассада. Тут ну, куча денег. Замість акту про заміну лічильника і його пломбування, жінці видали інший документ. Тільки з ним хіба що на смітник. Сотрудники РЕСа оставили дані, що старе показання на старому счетчику вони зняли, і нове показання із розрахунку, що 7,65 – це не производили испытання счетчика, вони вже були на счетчику. У них був, я так зрозуміла, що це був все-таки акт, вони мені точно не уточнили. И сказали, распишитесь. Я говорю, что это я расписываю? За что? За то, что мы у вас были, мы вам его поменяли. Все, я расписалась, они эти бумаги забрали с собой. Я говорю, дайте хоть какой-то чистый листок, что такой-то бланк. Хватит вам этого. Наступного дня у Миколаївському районному відділенні електромережі жінці повідомили, в технічних умовах на її будинок зазначена електрична потужність 3 кВт. Відповідно до цієї норми і запрограмували новий лічильник. Жінка запевняє, у проєкті на будівництво трьохфазного воду зазначено, потужність не має перевищувати 5 кВт. Отже, впевнена, саме у такий вигадливий спосіб працівники районної електромережі поповнюють бюджет підприємства. Сказали, 25 днів. Вот это все будет оформляться. Я говорю, а почему так долго? Я же вам все предоставила, все есть, все. Я им показывала, кстати, на то, что у меня в договоре 5 киловатт. Нет, ну поднимите свои договора, у вас должны быть точно такие же. Я этим это делать не буду. Я была у начальника Деркач, фамилия Николая Николаевича. Потому что менеджер говорит, просто не шайте Деркачу, я вижу, что здесь 5. Менеджер мне сказал, я вижу тоже, что 5. Деркач нет. Это у вас скважина должна работать. Здесь техусловие на скважину 3 кВт мощностью при условии в сети 5 кВт. Но 5 у вас нет. Он говорит, как нету, если есть. В сети 5 скважина тянет 3. Я так ему не доказала.
У Миколаївському районі філії ПАТ «Миколаїв обленерго» спілкування з Іриною та знімальною групою уникають. Більше того, свого абонента просто ігнорують, починаючи з керівника. Давай, Ніколаїв, ні, подождіть секундочку. Не можу я чекати. Головного інженера. Зараз не можу. А коли? Я освобожусь, можу. Інженера. Я вам нічого не буду говорити, все буде. А ваша фамілія як? Генеральний директор ПАТ «Миколаївобленерго» Олег Сивак телефоном повідомляє, електропостачальна організація сама вирішує, коли і кому замінювати лічильник. Согласно ПКН, електропоставляюча компанія має право ограничувати потребляємо мощності до тої величини, яка вказана в договорі. Мы этим не пользовались, но сейчас наши взаимоотношения с потребителями мы приводим в соответствие с нормативно-правовой базой в сфере энергетики. В общем, а в частности, правилам пользования электроэнергии для населения. Поэтому мы имеем право, согласно правилам, ставить устройства, которые ограничивают потребляемую мощность до той, которая указана в договоре. Мы работаем планомерно по всей области. Это не значит, что у данного конкретного потребителя. Это ждет всех потребителей, в том числе и вас. Ну, до вас пока ноги не дошли. Але Ірина Майордон стверджує, у Петрово-Солонисі вона єдина, кому саме так замінили лічильник. Люди меняли по своей инициативе год и два назад соседи, платили за это деньги. Вот на сегодняшний день я переспрашивала, сколько езжу маршрутки уже неделю. Всем жалуюсь, что такая беда, нет полива, нет напряжения. Все на меня смотрят, никто ничего не в курсе. Сюда пришла, когда начальник писал заявление, у женщины тоже была истерика, Зена Вагая, тоже фермер, тоже занимается землей. Просто какой-то геноцид, тут идет удар по фермерам, понимаете, по урожаю. Суперечки між громадянами і електропостачальною організацією – не рідкість. Виникають вони тому, що перші не завжди знають свої права, інші при нагоді цим користуються. Що має знати побутовий споживач, коли до нього навідався представник енергопостачальника – контролер? По-перше, попросіть пред'явити документи. Прежде всего, это удостоверение с фотографией, подтверждающей личность и то, что он действительно работник обленерго. И второе – это наряд задания. То есть, что, в котором прописано конкретный адрес, конкретное действие, которое он должен произвести в вашей квартире или в вашем частном доме. Если у него нет всех документов, подтверждающих то же удостоверение, тот же наряд, либо если документы есть, но действия, которые он хочет произвести, там, не прописаны в том же наряде, да, то тогда, да, конечно, имеем право не пустить. Якщо документи в порядку, побутові споживачі не можуть безпідставно відмовити контролеру чи інспектору у доступі до лічильника. В договорі і в правилах пользування електроенергією у нас чітко сказано, що потребитель обязан пускати к счетчику представителя обленерго для зняття показання, для перевірки правильної роботи, що нету вмішательств, що не зняти пломби і других дій. Тобто ми не маємо права відказати. Якщо ми не пускаємо представителя в течение 2 місяців, тоді за це можуть відключити електроенергію. Також абонент може залишитись без електропостачання у разі несвоєчасної сплати за спожиту електроенергію. Согласно нашего договора прописано, до 10 числа потребитель обязан оплатить. Обленерго нам предоставляет еще 10 дней, то есть до 20 числа, на то, чтобы деньги поступили на счет. Если до 20 числа деньги не поступают, то Обленерго имеет право отправить нам письменное требование с оплаты, предупреждение, что в случае 30 дней, если потребитель не оплатил, тогда в данном случае Обленерго имеет право отключить нас на 30-й день вот, с момента получения вот этого предупреждения. За яку суму боргу відключити електроенергію також вирішує енергопостачальник. Але є випадки, коли це робити заборонено. Обленерго не имеет права отключать вас перед выходными днями и перед праздничными днями. Если же все-таки они нарушили это и отключили вас перед праздничными днями, накануне 3 или 4 даже дня выходных, то есть, естественно, вы не можете оплатить, естественно, вы будете без света сидеть. В данном случае вы, конечно, можете написать заявление с требованием возместить, если у вас есть материальные убытки, ну, потек холодильник, естественно, света нету, продукты испортились, в данном случае можно предъявить претензию. Если Обленерго не отвечает, тогда, естественно, обращаемся в суд. Надо еще обратить внимание, что если все-таки вас отключили,
но вы вовремя оплатили уже, и в течение 3 дней в черте города они обязаны включить вам свет в сельской местности в течение 7 дней. Іноді у споживачів виникають питання, якщо лічильник справно працює, то для чого його міняти? Експерт зазначає, пристрій для контролю обліку електроенергії не може працювати вічно. Існують строки його експлуатації. Є планові і внепланові заміни счетчиків. Счетчики раніше мінялись через 8 років, зараз є счетчики 12 до 18 років. Планова непровірка, а заміна або повірка проходить за счет енергопостачальника. Тобто потребитель за ці гроші ні за зняття, ні за пломбіровку, ні за повірку або заміну не платить ні копійки. Це прописано в правилах. Потрібно знати, що відповідальність за збереження та наявність пломб лічильника, що підключений у вашій оселі, несе споживач. Будьте пильними. При замене счетчика обязательно надо обратить внимание на наличие пломб, сохранность пломбы и обязательно сохранность всего счетчика, чехол его. Если же вы видите какие-либо повреждения пломбы, обязательно в акте замены счетчика нужно об этом указать, потому что эту вину могут уже как бы потребителю присудить, сказать, что это ваша вина, вы повредили эту пломбу. При установке нового счетчика либо замены нужно обратить внимание пользователям на наличие пломб и цифры, которые указаны, как давно была проведена пломбировка. Если счетчик вам устанавливается трехфазный, тогда опломбировка должна быть не позднее, чем 12 месяцев на момент установки. Если же однофазный, то не позднее, чем 24 месяца до момента установки данного счетчика. Если же вам устанавливают счетчик, и вы видите, что пломба была сделана, трехфазный счетчик, допустим, 1,5 года назад, вы имеете право отказаться от установки данного счетчика. Що робити, коли пошкодили пломбу? І хто має відповідати, якщо лічильник знаходиться на сходових клітках багатоповерхівок? Счетчик находится внутри квартиры, и вы случайно повредили пломбу, обязательно, как можно скорее, надо написать письменное заявление в Белэнерго и сообщить об этом. За замену счетчика, либо за опломбирование, если всего лишь только пломба повреждена, тогда потребитель несет стоимость, но штраф тогда не оплачивает. Ну вот, если вы не сообщили, а пришел представитель и увидел все-таки, тогда помимо стоимости замены счетчика, либо замены пломбы, в данном случае еще будет штрафная санкция. Если же счетчик находится вне вашей квартиры, то есть ответственность в многоквартирном доме несет, кто является собственником дома, ну, как правило, ЖЭК, скорее всего, тогда в данном случае надо сообщить все равно в Обленерго, что вот счетчик поврежден, но тогда уже Обленерго общается с ЖЭКом. Іноді власники квартири бажають перенести лічильник з квартири у під'їзд, аби не було зайвого клопоту. А буває й навпаки. Це можуть зробити лише представники енергопостачальника за певних умов. Если пользователь желает установить счетчик себе в квартиру, занести в квартиру счетчик с тамбура, тогда в данном случае он должен обратиться в Облэнерго с письменным заявлением, а также посмотреть, если в тех условиях дома, в котором он проживает, не предусмотрено нахождение счетчика в его квартире, тогда он должен за свой счет сделать тех условия. И в данном случае полностью перенос, все траты возлагаются на потребителя. Обязательно счетчик должен быть с модемом для того, чтобы Облэнерго имели возможность снимать показания без доступа в квартиру. Если же пользователь хочет вынести из квартиры в тамбур счетчик, ну, для того, чтобы каждый раз не открывать двери представителям Облэнерго, в данном случае ему тоже надо обратиться с письменным заявлением, но никакой затратной части он не несет. Але завжди важливо пам'ятати, кожне відвідування представника енергопостачальника і будь-які його дії мають бути письмово зафіксовані. Во-первых, акты заполняются в 2 экземплярах, на которых потребитель, в случае у него есть каких-то дополнений либо возражений, он должен указать обязательно в акте. Ему предоставляется 2 экземпляр акта, 1 экземпляр остается в Облэнерго. Все претензии предъявляются на момент установки либо пломбировки, потому что позднее дописать уже нельзя. Що робити, коли представники Обленерго порушили правила і не залишили вам екземпляр акту? В данном случае вы можете в первую очередь написать заявление в Облэнерго с просьбой выдать 2 экземпляр акта. Если же Облэнерго отказывает данным правилам, тогда вы пишете либо в антимонопольный комитет, в госинспекцию по энергонадзору, либо же в НКРЕ, еще вышестоящую инстанцию, которая осуществляет надзор.
Отже, щоб не стати заручником ситуації, читайте закони, дивіться нашу програму. І тоді ви впевнено зможете сказати: «Я маю право».